будет очень сильно обидеть, если именно этим произведением мы закончим наш сегодняшний финал. Уважаемые конкурсанты, я прошу вас на сцену, вернее, уже уважаемые лауреаты и дипломанты. Теперь я могу к вам обращаться именно так. Прошу вас на сцену. Итак, дорогие друзья, ваши аплодисменты всем стоящим сейчас на этой сцене. Владимирской области в исполнении лауреатов и дипломантов первого областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Поющие губернии» и, конечно же, Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина. Пожалуйста. А как оркестр наградили? В 2015 году на новом конкурсе «Поющая губерния».